Гусь, Гуся, Гуся, Гуся. Так, активировался Гуся. Завтра будет матч по футболу между Саудовской Аравией и Россией. Саудовская Аравия победит? А? Дай знак. Ну дай знак. Победит Саудовская Аравия? Так, хорошо. Давай по-другому зайдем. Россия победит завтра в этом матче? Ты серьезно? Сколько раз? Сколько раз выпало? Ну сколько серьезно раз выпало? Два. Два раза? А, ну вон две какашки. Охренеть. То есть это значит, что победит два со счетом 2, а Саудовская Аравия? Сколько будет у Саудовской Аравии примерно? То есть ты не знаешь ответ, то есть это какая-то нулевая история, да? Ноль будет, да? То есть непонятно, да? Мышь ноль, может не ноль, ну скорее всего ноль, да, наверное? Или как? Или я правильно понимаю, нет? Гуся! Гуся! Короче, я так понимаю, короче, мне кажется, что... Что? А, это мотоцикл поехал уже. Ладно, короче, я думаю, что это какой-то там неопределенный ответ. Возможно, это либо... Ну, ничья точно не будет, потому что он два раза насрал. А здесь какая-то неопределенность. Будем предполагать, что это, возможно, зеро. Все, Гуся, ты миссию свою выполнил. Ура, рад, ура! Такой. Скажи пока. Скажи пока. Скажи пока. Ну так нечестно. Сломался. Гусь, ты чё сломался? Решала. Решала. Такой. Чё вы мне хрень всякую спрашиваете? Я вообще решала, блядь. Важная миссия. Вы какая-то гребаная комиссия. Ну ладно. В общем, 2-0. Будем считать так.